Яке воно, фронтове снайперство? Годинами пильно дивитися у приціл, не зважати на погодні умови, фізичні потреби, внутрішні переживання. Час наче зупиняється, а ти просто перебуваєш в очікуванні бажаного пострілу. Морські піхотинці Татарін і Ріко вже більше року пліч-опліч ведуть війну проти окупанта. Їх війна занадто складна, адже вимагає повної віддачі і найважливіше – терпіння. Работа снайпера не заключается в том, что буквально вышел, выстрелил и все. То есть, ну, как бы одного выстрела можно ждать полторы суток. Приходится собираться полностью. С собой берем спальники, амуницию, оружие, дополнительные приборы наблюдения, какие-то бинокли, дальномеры, метеостанции, продуктовый пайок. Перед тем, как выйти на позиции, стрельцы ретельно готовятся. Я являюсь стрелком. Мой второй номер является моими руками и глазами. Он полностью мне дает все данные. Конкретно моя задача, как второго номера, то есть я должен померять все, плоть, давление воздуха, температуру воздуха, влажность воздуха, направление ветра, скорость ветра, учитывать даже плоть до температуры пороха в гильзе. Далі не легше. Перед виходом на позицію другий номер повинен убезпечити прохід снайпера. Потім, як це називають на сленгу стрільців, зашитися і закрити прохід з тилу, щоб снайперу не заважали. Для снайперів, високоточників, робота є так. Нам назвали точку, нам назвали ціль на карті і назвали определену ціль. Ми виходимо, видвигаємося, працюємо. Снайпер на війні – особа універсальна. Окрім феноменального зору і відмінного володіння зброєю, є й інші не менш важливі особистісні критерії. Качества, которыми должен владеть снайпер, то есть, ну, как бы, во-первых, это самое главное – это выносливость. Ты должен быть очень морально стойким. Почему? Потому что, то есть, ну, как бы, работа твоя заключается в том, что ты можешь лежать часами неподвижно в одной и той же позе. Опять-таки, все нужды природные, то есть, которые есть, ты должен, то есть, сам, ну, как бы, терпеть. Не всегда получается у тебя поесть, не всегда у тебя получается поспать и тому подобное. Ты должен владеть навыками сапера. Почему? Потому что, то есть, ну, когда ты выходишь на позицию, не всегда эта позиция является чистой, то бишь это может быть вражеская позиция заминирована, то бишь ты должен свое место обезопасить, то есть обезвредить вражеские мины, ловушки и тому подобное. Щодня, захищаючи Україну, хлопці дають гідний відпір сепаратистам. Нам розповідають про найпам'ятніші влучні постріли по ворогу. Подразделение наших українських снайперов на території, которой мы ведем боевые действия, сделала очень нехорошую вещь для сепаратистов. То есть, ну, как бы, ребята очень долго ждали и выследили очень интересную цель. Это был целый полковник, который приехал на позиции и раздавал указы. Такой большой кучный дядька с биноклем на пузе. Смешной такой, ну, как бы, ребята вовремя отработали, ну, дядьки нет. Украинские снайпера достигли определенного уровня в этой войне, то есть, и о них знают. Есть такие личности, о которых, то есть, наслышаны с той стороны, и их боятся очень сильно. Там, на передовій, їм часто доводиться знаходити ворожі подарунки, але знешкоджують і далі продовжують працювати. Тихо, непомітно, але ж наскільки ефективно і виважено. Отож, хлопці, ціль є. Головне, щоб перепони не заважали її досягти.